Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Исполкомская улица. Следующая остановка – улица Александра Невского. Выход – станция метро, площадь Александра Невского.
двери закрываются. Следующая остановка – улица профессора Качалова. В целях вашей безопасности выходите на проезжую часть для посадки трамвай только после его полной остановки. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Слободская улица. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Смоляная улица.
двери закрываются. Следующая остановка. Дом культуры Невский. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Невский завод. По избежанию получения травм, пассажиры обязаны держаться за поручень. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Невский рынок. Осторожно, двери закрываются. Ты 24-й? 24-й. 24-й. Остановка. Проспект Елизарова. А выход к станции метро Елизаровская.
Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – улица Качи, дворец культуры имени Крупской. В салоне трамвая ведется видеонаблюдение. В случае совершения акта вандализма и других вызовов Двери закрываются. Следующая остановка – улица Крупской.
Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – парк имени Бабушкина. Следующая остановка Конечная.
Ленинского района. Выход к станции метро Ломоносов. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – улица Шелгунова.
двери закрываются. Следующая остановка. Улица Грибанина. Трамвайный парк номер 7. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – улица Бабушкина. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Рафпаковская улица. При входе в салон не забывайте оплачивать свой проезд и провоз багажа. Билеты приобретайте у кондуктора. Проездные билеты прикладывайте к валидатору на поручень. Проезд в городском транспорте возможен только в маске. Не снимайте средства защиты до выхода из транспорта. Берегите себя и окружающих.
Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Запорожская улица. Следующая остановка – Прогонная улица.
Следующая остановка – Универсам.
станция.